Всем здравствуйте, с вами Бес, его профессиональная студия за 600 тысяч 15 лет. Смотрите, короче, второй выпуск, да, советских мультфильмов, это поняли по названию, зачем я вам это говорю. Тут буква, впадло второй раз фотошопить, так что вот буква света. Шарите. Смотрите, в этот раз биток я написал сам, биток, бит. Короче, смотрите, вначале у нас идет вот такая вот гитарка, то есть плагины. Сразу по плагинам пробежимся, которые на ней стоят. Смотрите, от Some Random. Невероятно. Она знает английский. Ну, это имитация нажатия живого, типа, ну, я объяснял уже. То есть от RGGL-ка гитарка обычная, электронная, потом биаска идет. Давайте сейчас посмотрим. Ну, в RGGL-ке я ничего не трогал, просто ее накинул. В биаске у нас пресет. Вот, биаска загрузилась. Короче, пресет стандартный. Просто поп-рок. То есть, вот Factory Rock и поп-рок все врубили. Да, на GL-ку накинули. Немножко Valhalla. То есть, вот, буквально вот эти только штучки покрутил. И фаб-фильтр. Просто тут маленько бустанул вниз. И вот этот песочек, короче, такой убрал. Все четко, да? Это начало. Оно как бы вступление идет. Смотрите. Ноты тоже предельно простые. Давайте я вам сейчас их покажу. Вот, смотрите, наслаждайтесь. То есть, вот она пошла C3, G и F. Ну, короче, видите, да? Ту-ду-ду-ду-ду. Переигровочка такая. Просто простая такая мелодия для гитары. Ага. И, ну и вот она идет, то есть это она чисто, то есть она вначале в соло вступает, и потом она пошла просто на куплетах. Ну и оконцовка. Все, вот. Так, и барабаны, основные барабаны, то есть, которые прям, они громко, они громче гитары даже в некоторых местах играют, ну, типа, чтобы они перекрывали, то есть, на переднем фоне барабаны у меня. А здесь у нас Easy Drummer, то есть, в Easy Drummer, в принципе, все настроено, не надо никаких рандомов кидать и все такое. Но тут я вот накинул Virtual Mix Rack, то есть, вот таких, и вот эти две штучки долбанул, то есть, вот, смотрите, ставьте на паузу, кому это интересно, докидывайте. И FabFilter. По фильтре то же самое примерно сделал, что и в первом, то есть песочек маленько подретектировал. Так, теперь переходим к... Ну, и плюс в Easy Drummer, тут вот видите, сейчас давайте приблизим вам, пока не забыл. Смотрите, идут у нас филсы, то есть переходики, хроусы, бриджи, то есть мосты. Давайте вот так вот, сейчас соляново, вот филс. И пошел. Потом вот здесь переходик. Ну и все. Ну и тут вот тоже переходик. Вот такая вот штука сделана. Так, это у нас идет RGGL-ка на... уже на этот... На припев. О, как я вспомнил. Это такое сложное слово. Вот она идет. То есть вот такая гитара, опять же, тут вот такой вот манер у нас идет просто. G-G-G-G-G-G-G-G-G. Увидели, да? Ага, тоже ничего сложного. Окей. Смотрите. Это просто дублируется. Ну, давайте вот так вот. Вот, видите? А, дублируется за исключением пары нот. Ну, то есть просто я копировал и стер средние ноты. Короче, вы видите, просто видите. Зачем это? Да, ну то есть вот. Так, по поводу плагинов. Биаска, тоже, по-моему, с поп-роком. Сейчас, подождите, посмотрю. Нет, тут у нас, короче, Factory Default Key Gain. То есть вы видите, да, что это стоит. Ага, круто. Но это вот здесь вот. Здесь, по-моему, тоже. Давайте здесь тоже открою. Да. Дальше, короче, идет Default Key Gain. Вот это везде. Valhalla вот с такими настроечками. Ну, опять же, только вот эти вот концы покрутил. Теперь... Delay, тут фидбэк маленько, и delay, то есть выкручено, это от Valves, а не там пак. Я уже в каком-то видео говорил об этом, что качайте пак, просто покупайте, качайте. Ну и в фабфильтре, то есть вот так вот все изрезано на гитаре. Здесь, в принципе, то же самое. Ну, вот это все просто прокопировано, короче. Блин, я не хотел много времени на бит, на самом деле, тратить. Ну и просто бас.
То есть просто вот тупо бас. Ну и плюс, короче, потом вот это вот копируется все, то есть я уже это объяснял, и только бас остается. А бас, он просто везде вот так идет. Ну и кроме переходов, то есть переходики некоторые затихают. Ну и там гитарка где-то на заднем плане, как я уже говорил. Все, четко, да? Круто. Все, с битом закончили. А, ну нет, и тут, короче, то есть, ну а центр рандом, это понятно, что мы на все миди кидаем. То есть, если вы во фрутике, там у вас такая штучка есть, она крутится где-то там, я не знаю, сами должны знать, где у вас во фрутике это крутится. Здесь это, ну, это плагин встроенный, то есть его надо накидывать. Вот, и здесь на место гитары, то есть Virtual Mix Rack у нас стоит, давайте я вам покажу его на басе. То есть вот такие вот три пресетика накинул. Фаб-фильтр. Фаб-фильтр маленечко, оп, вот тут, да, срезал подходик. Ну и гитара, просто ампл бас. Гитарка, то есть бас-гитара, просто бас-гитара. Угу, все супер, давайте теперь к самой песенке перейдем, да? Уже долго это все грузится, грузится, очень долго все грузится, 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 грузится. Так, вот, короче, загрузились. Я много времени на бит не хочу тратить, потому что нахер надо. Нет, потому что я просто... Мне больше нравится работать с вокалом, на самом деле. Типа, с битами просто не люблю работать, просто не идет. Не мое. Короче, вот смотрите, вот наш бит. О. Ну то есть вот бит, просто, короче, с ним ничего не делал, просто уменьшил его на 5 децибел, потише сделал. Так, припев. С припевом давайте, смотрите. Припев, короче, я записал вот эту партию. Кривые лошадки, облака, что вы мчитесь без... То есть понятно, да? Ну не буду без обработки вам ее показывать, типа вот это все отключать, вот эти все плагины, нахер надо, мне это очень флень. Потом я это все продублировал, ну, в смысле, второй раз просто спел и прогнал через... Где он тут? Подождите. И через Revoice Pro прогнал. Ну, типа, он выравнивает вокал, то есть там чуть-чуть подстраивает, чтобы он звучал одинаково. То есть максимально одинаково поете, через него прогоняете, и, типа, все у вас круто. Короче, если... Не буду объяснять, как им пользоваться, если захотите, отдельное видео выпущу. В комментариях просто заспамьте. Так, смотрите. Ну и третий раз я спел тоже одинаково, и тут чисто на усилке как бы. Ну, то есть, вот эти вот у нас две идут, они полностью на всем протяжении идут, припева. А тут чисто усиление, ну, как бэки такие, усилки. По обработке, смотрите. Короче, на... Ну и вот это у нас просто, короче, смотри, это у нас такие переходики, чтобы заполнить. То есть, это легкий свист, а это у нас бжж такое. Такая джазовая фигня. Ну, такие тихие, чтобы просто трек был заполнен, заполненнее маленько. Так, и вот это у нас концовка. Вот эту я, короче, концовку нарезал просто, и чтобы она усилилась под конец. То есть вот эту вот я хрипоту такую. Простите, пожалуйста, что тупит. Ну, компьютер, ну вы знаете. Вот, и короче... Да, я ее, короче, просто нарезал и вставил, да? Угу, круто, все. Так, на этих двух никаких нет, тут эхо маленько, чтобы, ну, под конец маленькое эхо шатало, да? И даблер, то есть эхо, даблер накинул. На всем припеве у нас стоит такой же пресет, который я на первом говорил, то есть просто вот я на группу кинул такой же пресет, я уже рассказывал. Кто хочет поподробнее об этом пресете, просто первую видюшку посмотрите, окей, спасибо. Так, вот тут у нас идет калах, и, то есть это я опять же объяснял все в первой видюшке, то есть это тут у нас тоже, тоже я в первой видюхе все объяснял, достаточно все просто. Смотрите, припев то же самое, только тут еще даблер накинул, ну что во втором, то есть только даблер, чтобы он на два уха как бы работал, окей, ага, все супер. Тут, в принципе, больше нечего объяснять. Крутяк, да? А, замечательно. Замечательно. Замечательно! 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 Смотрите. Теперь идут куплеты. То есть у нас два куплета. Здесь такая же фигня, что и в первом, что и в первом видео, что и в первой группе, в припеве я объяснял все это я миллион раз. Так, смотрите, вот два припева у нас. Ой. Облака заката. Облака из неведомой страны. К нам спешат и опять бегут. То есть, да, ага, спел, все, молодец.
ясно. Ну и это маленько в другой тональности как бы спел, просто так же через, прогнал через Revoice Pro, все вы через... Да! Через Revoice Pro, я правильно выговорил, я красавчик. Угу. Смотрите, вот все, куплеты. Ага, замечательно. То есть на куплетах это то же самое на первом, я уже объяснял в первом видюшке, в первой видюшке. То есть тут тоже калаха. Тут у нас идут усилки. Я просто так же конец, чтобы был заполнен и после куплета. Сейчас вам включу. Угу. Ну типа прокрик такой, рокерский чисто. Я, кстати, когда начал записывать, я записал, ну то есть текст этой песни, это из мультика, Трям, здраст, как он называется, я не помню. Короче, в названии все равно увидите, зачем вам это сейчас объяснить. Вот, и типа я хотел рокерскую такую кавер сделать, там, потому что тут игра слов такая была классная, типа мимо белого яблока луны, там красного заката, какая-то херня. Я начал делать, и в моменте того, когда я начал делать, я понял, что лучше бы я сделал это на регги бит, ну такой ту-ту-ту легенький, потому что текст больше подходит на это, и как бы, ну, проще бы было мне это сделать. Но мне насрать, я не стал переделывать, потому что я крутой. Вот. И, короче, усиление также усиливается. То есть вот оно. Я его просто вот отсюда вот вырезал. И вот так вот дан-дан. И накопировал просто. Тут у нас также даблер и маленько ретро-колор. Я уже в нем объяснял, чтобы звук такой был как в играх, да? Игровой. То есть, ну, такой, короче, объяснял. Понимаете. Вот. Все. Тут ничего не стоит. И теперь еще один переходик. Это у нас... Я даже не помню. А давайте я вам включу. Да, тоже такой переход. Я его, то есть, отдельно записал, ниоткуда не вырезал, чисто отдельно записал. Ну и нарезал, то есть накинул эхо. Ну и здесь сделал реверсивно. То есть не как под конец он усиливается, то есть он вначале максимально сильный, а потом под конец он скатывается, ну по громкости. Эти две, вот здесь даблер и ретро-колор, то же самое с... Вот здесь ничего не накидывал, просто пустая. Ну и тут я уже показал. То есть вот эхо маленько, чтобы брррр, и подольше звучало. В принципе, все. Типа, максимально все объяснил. Сейчас я дам вам его послушать. И смотрите, и можете подписаться. И с вами был Бес, и вообще все круто. Облака белогривые лошадки, облака, что вы мчите без оглядки. Не смотрите вы, пожалуйста, с высока, а по небу прокатите нас. Облака, облака, облака. Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката. Облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то. Облака белогривые лошадки, облака, что вы мчите без оглядки. Не смотрите вы, пожалуйста, с высока, а по небу прокатите нас. Облака, облака, облака. Мы помчимся за облачную даль, мимо гнущихся звезд на небосклоне. К нам неспешно опустится звезда, и ромашка останется в ладони. Облака белогривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки. Не смотрите вы, пожалуйста, с высока, а по небу прокатите нас. Облака, облака, облака.